С вами маг и чародей Антон Чалей. С ростом популярности детских мультфильмов все чаще и чаще по их мотивам начинают делать игры. Причем большинство из них рассчитаны на очень и очень маленьких детей. И создатели этих игр вообще перестали запариваться над ними. Как говорится, и так сойдет. И я решил вам показать топ-5 странных игр про Машу и Медведя. Первая игра называется «Маша, полет нормальный». Ничего не предвещает никакой беды. Самое странное в игре, что Маша должна кидать по животным свои яйца. Просто мы обстреливаем всех яйцами, забираем тут подарочки, которые летят, и, конечно же, уклоняемся от ворон. Все в игре очень логично, особенно яйца, падающие вниз с Маши. Ну вы поняли всю эпичность этой игры. Вторая игра называется «Маша и кролик», и мы начинаем. Кролик, почему в тебе столько осколков? Где ты лазил? Я просто кролик-гангстер. О боже, мы стираем этого кролика. Ну ладно, давайте отмоем, мы все-таки его не стерли, а так очень четко намылили. Мы еще его побри. Подождите, что он будет лысый, что ли? Перед тем, как зашивать ему, наверное, ран. Парень, я тебе кастрирование должен делать? О нет, нет. Извини, парень, я не буду тебе делать кастрирование. Перейдем к другой лучшей игре. Третья игра называется «Маша, давай полетаем». Я люблю тебя запускать, Маша. О боже, что сейчас будет? Давай, мы тебя запустим. Допустим, я ребенок. Управление такое странное, что одна рука у меня на стрелочках, другая рука у меня на пробеле, а третьей рукой я должен взять мышку. Сложно, сложно, непонятно. Так, давайте начнем. Маша, Маша, не сдавайся. Практический подарок. Нажимаем еще раз. Почему не срабатывает подкидывание? Я не знаю, как вообще играть в эту игру. Хорошо, давайте перейдем к следующей игре. Эта игра называется «Маша и три медведя». Медведь наркоман, медведь некрасивая женщина, медведь алкоголик, и мы будем от них убегать. Эта игра очень полезна для детей, она реально учит жизни. Даже если у вас нету денег, вы можете всегда пропитаться, залезть каким-то медведем домой и съесть всю их кашу. О, тут даже кто-то умер, представься. Так, бежим, бежим. Какой-то злой наркоманский медведь. Вбегаем, съедаем еще кашу. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Я съеден. Итак, переходим к другой игре. Игра «Маша и яйца» занимает реально первое место в нашем, как бы, хит-параде или топе. Топе 5 странных игр про Машу и медведя. Давайте начнем, и вы все поймете. Самое интересное в этой игре, что вам нужно толкать эту Машу, долго не дотрагиваться земли. С нее будут выпадать пасхальные яйца. Куча яиц. Куча яиц. Кто такой? Кто такой мог вообще придумать? Походу, это от того же программиста, который любил пострелять с летающей Машей по животным. Но в этой игре у Маши намного больше яйца. Несмотря на все это было очень забавно. Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку, там плейлисты. Вы можете посмотреть все видео подряд. Game Vlog — это игры, Magic Vlog — это фокусы. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку и подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось видео, можете посмотреть. Поставить свой царский лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий. Самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!